Monkey 360. Данный девайс был создан для того, чтобы разрушить миф, успевший прочно засесть у многих в головах. Эффективно тренироваться можно только в зале. Monkey 360 — это небольшой мяч, который позволяет проводить занятия с сопротивлением, не выходя из дома. При этом совершенно не важно, что именно вы собирались тренировать — руки, корпус или нижнюю часть тела. Monkey 360 совместим с огромным количеством упражнений, так что проработать с его помощью получится абсолютно все мышцы. Внутри мяча находится полость, в которую при необходимости помещается дополнительный груз. Благодаря этому девайс понравится людям с разной физической подготовкой. Разработчики рекомендуют заниматься с этим мячом по методике Табата, когда каждое упражнение делается по 8 подходов по 20 секунд с 10-секундными перерывами. Также разработчики утверждают, что 4 минуты тренировки Табата с таким мячом дадут вам больше результата, чем часовая пробежка. Ну а обойдется Monkey 360 в $120. Motus Orbit Plus. Готовы поспорить, ничего подобного вы никогда раньше не видели. Потому что Orbit Plus от компании Motus — это революционная фитнес-система для занятий дома, которая представляет собой хула-хуп. Разработчики Orbit Plus полностью пересмотрели традиционную конструкцию всем известного снаряда, чтобы сделать девайс, который работает по такому же принципу, однако занимает в разы меньше места. Но это еще не все. Orbit Plus — это хула-хуп, который вообще никогда не падает. Все потому, что он крепко фиксируется на талии. Вращать вокруг себя же предлагается не сам обруч, а груз, который двигается по ободу. Таким образом, девайс задействует свыше 30 мышц корпуса. Получается несложная, полезная и веселая тренировка. На этот раз без неудобств в виде постоянно падающего хула-хупа. Диаметр девайса регулируется, а еще крутить такой обруч, в отличие от обычного, можно с любой комфортной скоростью. Цена от $98. Real Absolution. А вот другой тренажер, который концентрируется на проработке мышц корпуса. Его запатентованный уникальный дизайн позволяет добиваться превосходных результатов быстрее, чем если бы человек тренировался сам по себе. Происходит это за счет того, что тренажер помогает поддерживать во время упражнений правильное положение тела, которое обычно от усталости легко теряется. Дополнительные преимущества. При определенных настройках тренажер может создавать сопротивление для еще более глубокой проработки мышц. Люди, которые испробовали Real Absolution на себе, замечают, что он супер простой в обращении, подойдет как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Покупка обойдется минимум в $150. Emergy Disc. Технология, которая лежит в основе следующего тренажера из нашего сегодняшнего списка, активно используется космонавтами в условиях невесомости, когда они стараются поддерживать активность мышц. При быстром вращении внешняя часть девайса продолжает двигаться по инерции, и пользователь должен прикладывать сопротивление к крутящему моменту. Эта особенность позволяет девайсу быть эффективным, но при этом легким. Кроме того, он имеет относительно небольшой размер, благодаря чему его удобно брать с собой. Положите его в сумку или бардачок автомобиля и занимайтесь в тот самый момент, когда захочется. В зависимости от того, какие именно человек совершает движения, он прорабатывает мышцы груди, живота, рук. Дополнительные преимущества — наличие официального приложения, которое считает минуты тренировок, количество поворотов, сожженные калории. Также при помощи приложения задается сила сопротивления. Цена начинается от $59. Ралива Ролла. Наиболее эффективный способ восстановления после тренировки, конечно же, отдых. Ну а на втором месте находится массаж, который не всегда получается сделать себе самостоятельно. К счастью, на помощь приходит роллер Ралива. Он маленький, практически не занимает места в сумке. Его универсальный дизайн позволяет проминать как крупные мышцы, так и небольшие части тела, вроде ступней, предплечий. Благодаря особому креплению роллер может быть зафиксирован на любой гладкой поверхности. Цена — $49. Exerbell.
Главный недостаток любых отягощающих снарядов для тренировок – их громоздкость, из-за которых приходится ломать голову, где хранить инвентарь, когда он не нужен. Именно поэтому и была изобретена гиря XR Bell. С ней вам не придется переживать о неудобствах хранения. Все потому, что вне эксплуатационного состояния она представляет собой мешок, занимающий не больше места, чем футболка. Перед тренировкой XR Bell предлагается наполнить водой или песком. Сделать это можно меньше, чем за минуту, после чего верхняя часть плотно и надежно закручивается. Регулировать вес гири таким образом совсем несложно. Максимальная же масса составляет 14 кг. Все эти особенности делают XR Bell идеальным спортинвентарем для дома и в особенности для поездок. Стоимость – $109 за две штуки. Куал. Игры, в которых для борьбы с соперниками нужно щелкать мышкой, конечно, тоже круты, но гораздо полезнее для ментального и физического здоровья Куал – система, которая позволяет сокрушать противников при помощи собственных же кулаков. Состоит она из игры, выводящейся на экран, а также специального жилета и перчаток. Спортивное снаряжение считывает движение человека, преобразовывает полученную информацию и отправляет ее в игру. Таким образом, пользователь Куал исследует красочный увлекательный мир и, сам того не замечая, сжигает калории и прорабатывает мышцы. Примечательно, что и жилет, и перчатки можно соединить специальными резинками. Они создают сопротивление, заставляют мышцы работать интенсивнее. Цена вопроса – $250. TerraGlide. Возвращаясь к стандартным домашним тренировкам, хотим обратить ваше внимание на вот такой необычный девайс. Он небольшой, может легко храниться в шкафу, но при этом позволяет тренироваться в разы интенсивнее и эффективнее. Разработчики и вовсе утверждают, что им удалось разместить полноценный фитнес-зал на платформе площадью менее квадратного метра. Спорить не станем. Скажем только, что с помощью TerraGlide можно проработать любые мышцы тела, причем сделать это на самом высоком уровне. Девайс можно использовать в качестве отягощения, балансировочной платформы, слайдера, держателя для фитнес-резинок. Весит платформа чуть меньше 9 кг, ну а стоит около $200. Gymbox Home Gym. Поклонникам чего-то более традиционного обязательно понравится детище компании Gymbox Home Gym. Это небольшая коробка размером 114 на 38 сантиметров, в которую, тем не менее, умещается один складной, но вполне полноценный тренажер. В первую очередь это, конечно же, скамейка для удобного поднятия весов. За проработку мышц же отвечает платформа с крючками, а также резинки сопротивления, которые к ним крепятся. Таким образом, Gymbox Home Gym полностью заменяет комплект гантелей, атлетическую скамью, скамью для жима, тренажер-бабочку и верхний блок. А при стоимости от $289 он экономит далеко не $1000. Уипер. Последний герой нашего сегодняшнего видео – очередной тренажер, правда, на этот раз еще более компактный. Уипер снова возвращает нас к наиболее эффективному способу проработать мышцы – использовать сопротивление. Он представляет собой крохотную коробку, размер которой не превышает баскетбольный мяч. Внутри спрятан ролик, шнур которого крепится к различному спортивному снаряжению. Каждый раз, когда человек делает упражнение, шнур тянет снаряд на себя. Ну а тренирующемуся приходится прилагать усилия, чтобы ему сопротивляться. Уипер помогает имитировать движения из каякинга, катания на лыжах, плавания, гребли, серфинга, и все это не выходя из собственной гостиной. Цена чудо-изобретения начинается от $269. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!